Привет, друзья! Я сегодня выехала на пленэр, на зарисовки короткие. Выехала, но не вышла, потому что на улице ветрено. Не могу себя заставить покинуть транспортное средство. Сегодня в планах у меня присылать здание на Советской улице в Балашихе. В скетчбуке, тушью. Надеюсь, ветер мне не помешает. Но, возможно, я быстро замерзну. Но не будем искать отговорки. Рассказываю о том, что я придумала для себя. И надо идти. Я участвовала в аукционе и выиграла вот такой лот. Выкупила. Открытки. Балашиха. Турист. 76-й год. То есть это еще до моего рождения. Кто не знает, я родилась в Балашихе, выросла в Балашихе, живу в Балашихе, рисую Балашиху. Но не только. Свой челлендж я начну с посещения памятника Владимиру Ильичу Ленину, кто не узнал. Он находится на пересечении Советской улицы и шоссе энтузиастов. Кстати, шоссе энтузиастов тоже вот здесь изображено. Там внутри написано, что это замечательная четырехполосная дорога. Сейчас это многоярусная многополосная дорога. Тут приехала машина. Сейчас она будет думать, заезжать ей или нет. Ну, вы посмотрите потом, сколько там ярусов и полос. Короче, этот дядька на синей машине открыл какие-то бумаги, я не знаю, может, карту он открыл земли. И он просто стоит на перекрестке. Потом покажу вам шоссе энтузиастов, а что превратилось. Большая стала дорога, совсем уже не такая. Значительно больше. Так, что я хотела сказать. Когда я увидела вот эту открыточку в наборе, я даже засомневалась, стоит ли памятник до сих пор. Потому что раньше его не заметить было невозможно. То есть вот по детским воспоминаниям я сразу же такая: о, да, я знаю, где он находится. А потом вторая мысль: а он до сих пор там или нет? Пойдем посмотрим, рядом порисуем. Мне уже жарко, я уже тут перегрелась. И, возможно, это, конечно, сейчас сыграет со мной злую шутку. Я выйду еще сильнее замерзну. Ну что, вот Владимирский тракт. Какой стал большой и ужасный. А вот здесь стоял товарищ Ленин. Перекресток довольно шумный. И каждый раз, когда здесь проезжаешь, сюда даже не заглядываешь, что здесь вроде бы что-то стоит, что-то. А судя по всему, памятника нет уже давно. Ну, надо порыться на каких-нибудь городских сайтах. Возможно, его увезли куда-то в другое место, поставили. Фиаско. Мне вот эти здания нравятся. Я хотела их порисовать. Ну, понятно, с этой стороны вообще нереально. Значит, мне надо перейти на ту сторону. Я пошла. Просто караул. Нарушителя сфотографировала вам. Вызывайте полицию. Еще идут. Два здания. Воображаемый Ленин. А вот в том здании ткани. Я когда мелкая была, тоже были ткани. В общем, я не знаю, вы меня слышите или нет, но что вышло, то вышло. Вот. Уж, ну, извините. Если не похоже, я не виновата. Ленина на вас нет. Вот так вот я обломалась с памятником вождю. Призывающий вождь называется памятник. Тут интересная информация есть. И он скульптором Алексеевым был подарен Балашихе. Я думаю, что, наверное, его демонтировали и куда-то все-таки, ну, должны были, наверное, спрятать. Мне кажется, это важная вещь. Если у нас есть кто-то, живущий в Балашихе или что-то про него знающий, может, я путаю, может быть, это не тот самый памятник. Вот. Если я что-то перепутал, ну, тогда напишите мне в комментариях.
Ну и вот такой скетч у меня в результате получился.